это всегда происходит, когда она приходит. Это всегда зажигает душу, отбирает сердце, ну, потому что, ну, лучшее. Давайте аплодировать и встречать. Группа «Моя мишень», Таня Ткачук с презентацией нового альбома «Из цветов и темноты». Зрители заняли места. Подожди, Паш, а уже начали, да? Хорошо. Смотрите, давай, видеотрансляцию на странице Авторадио ВКонтакте. Обязательно слушайте и смотрите. Давай поклянемся на крови, будто снегири, что расскажут о нашей любви в фантиках лафыс. Мы переливались через край, теплые, как май, как разносит лай по дворам весенний ветер. И, конечно же, во первых строках нашего сегодняшнего разговора хочется тебе поблагодарить, что, несмотря на недомогание, ты все-таки доехала. Мой классный голос. Да. Классный. Ну, немножечко нос-гундос, ничего страшного. Ничего страшного. Это даже придает некий флер. Придется к вам еще раз прийти. Хорошая идея. Слушай, мы с удовольствием, но хотим тебя поздравить, наконец-то, полноценный альбом. 4 года. Да, 4 года не было альбома. Чуть больше, чем ждут детей. Ну да. Но он, как известно, должен был выйти в 20-м. То есть плюс 2 года добавилось. Да, знаешь, мы в 20-м решили выпустить альбом в стиле нулевых и поняли, что ни одна песня, которая написана к альбому, не подходит. И просто мы написали все песни заново. Вот нормально, а? В том числе и «Пташку», и «Курточку». Прям все вот написали заново, да. То есть все в стол получается. Ну да. Теперь вот песни полеживают, думают. Полеживают. Что с ними будет дальше. Ну, неужели все из-за одной песни «Зима в сердце»? Ну, с нее все началось, да, и она стала началом концепции этой. Мне кажется, такого альбома, как у нас, еще не было. Слушай, ну, раз... Мы в начале тенденции. Раз с музыкальным стилем альбома все так строго, тогда можешь описать, не знаю, лучше, конечно, более глобально, вот что это за стиль? В котором выдержан весь альбом. Ну, вы когда-нибудь слышали группу «Иванушки», может быть? Знаешь, может было быть, дело. Может быть, да? Группа «Гости из будущего». То есть это может все посвящено быть, именно... группу «Хай-фай». То есть это нельзя обозначить одним стилем. Это все-таки смесь стилей. Плюс там все-таки, как говорится, флоу 80-х, а не 90-х нулевых. Ох уж эти вот словечки с флоу.
Понятно. То есть это все выдержано именно в той концепции, которая тогда была. Это такой дичайший микс, да, но с ностальгией все-таки по концу 90-х, начало нулевых. Я помню, мы с тобой говорили о том, что ты часто пытаешься подражать разным литературным героям, в том числе и в фотосессиях и так далее. Но вот сейчас я смотрю на прекрасную фотографию у нас на экранах. Она, к сожалению, не целиком, да, тут лишь фрагмент, скажем так. Да. Но на обложке альбома, я так понимаю, что это обложка «Из цветов и темноты» альбом называется, опять яркий образ. Латы, корона, слезы на лице, такая настоящая Жанна д'Арк или кто-то другой. Ну, знаешь, я хотела бы предоставить все-таки выбор за слушателями, за зрителями, потому что, может быть, я Жанна д'Арк, может быть, я костер, может быть, я Ромео, может быть, я Джульетта. Как они решат, так и будет. Вот в этом вот корона и вот эти вот доспехи, это Ромео, может, и Джульетта? Может, я принцесса, а может, я королева. Кто его знает? Ну, слушай, ну все-таки что-то вдохновило, что-то должно, знаешь, было вдохновить тебя на этот образ. Знаешь, последний раз, когда я очень подробно объясняла свои песни, люди начали на меня жаловаться. Я же не песни тебя прошу объяснить. Роспотребнадзор, ты не объясняй. А то такое ощущение, что свой мир. Зашла в музей, о, прикольно, корона и доспехи. Кстати говоря, вполне вероятно. Дай-ка примерю, симпатично. Либо Иван Васильевич меняет профессию, пересмотрел. Все-таки кто-то же стал автором этого фото, правда? Да, да, да. Давид Ашот. Ашот. То есть это Ашот тебе предложил? Да. Понятно. Ну, очень красиво. Просто концепция, мне не хотелось бы к чему-то ее привязывать, а наоборот, хотелось бы дать волю фантазии. Согласен, фантазировать есть над чем. Продолжим слушать альбом. Друзья, еще раз напомню, Майя Мишель у нас в гостях. Альбом называется «Из цветов и темноты», который вот буквально на днях вышел, скажем так. Но некоторые песни мы уже знаем, безусловно, они уже набирают обороты. И о них мы продолжим говорить и, конечно же, слушать через несколько минут. Я.
Это была курточка, но я бы, кстати, не сказал ни за что, что это курточка из 90-х. Она такая с модными нашивками уже, такая вся в стиле. Да. Такая под 2022 год совершенно нормально. Я тебя предупреждал. Ну а теперь внимание, важная информация. Презентация альбома «Из цветов и темноты» состоится 1 января в Мумитроль-баре. Когда? 9 часов утра. А? Шучу. Вечером, конечно, но 1 января, это не шутка, правда. Мы там действительно сыграем несколько песен из нового альбома, но не весь альбом, мы просто не успели его еще выучить. Да ладно, но да. Назначать концерт на 1 января, ты издеваешься над фанатами. Ну я не пью. И а что? Другие? Ты других подумала? Я ищу единомышленников. Ты музыкантов спросила, посмотри, какие у них лица. Они-то согласны работать 1 января? Не, да, не да, рады. Да. Ладно, сейчас, конечно, все тут сознаются. Да, мы 1 января с удовольствием работаем. Ну, расскажи тогда, какие планы на новогоднюю ночь, что ты так смело ставишь всем участникам коллектива концерт на 1 января? Ну, мы работаем. Если ночью работа будет? Угу. Поэтому все равно выпить не удастся. Так это что... не так, Тань. Вот в наши времена сейчас говорится, а у меня работа ночью. Вот так, вот, да? Да, потому что не у многих хорошо, сейчас я музыкантов запишусь на работа курсы, ночью. Как правильно говорить. Конечно. Правильно. Этим надо гордиться, что у тебя в новогоднюю ночь будет работа. И 1 января будет концерт. Слушай, ну давай все-таки вернемся к альбому. Твоя цитата. Я стараюсь все писать на основе реальных событий, чтобы люди могли сказать, а у меня тоже так было. Скажи, пожалуйста, какая песня вот в этом плане всего ближе к телу? Курточка? Курточка, ну, курточка тоже была, но вот и следующая песня из другого... А, не следующая, у нас пташка. Да что такое не было? Ну, из другого города я была в мальчика влюблена, мне было 17, ему 20 лет. Какая вот. Бешеная он был разница. Из Хабаровска, я была из Благовещенска. И вот мы там что-то поездили друг к другу. Потом поднадоело. Ну и стало понятно, что любовь на расстоянии, даже на таком маленьком, она нереальна. Ну это как из Южного Бута в Мытище, ну практически. Для тогда Хабаровска я об этом не знала. Вот, ну, то есть самое любовь... главное, не знал он. Расстояние рушит любовь. Ну, понятно, но та песня, которую мы только что курточку услышали, в ней ведь тоже достаточно долгая история. Четыре года она создавалась. Да, это я ездила из Благовещенска в Владивосток, и там познакомилась с парнем. В общем, блин... Ты про курточку сейчас вспоминаешь? Сейчас, подожди, мне про кажется, сознание песни. И я его потом встретила через много лет в баре, и он меня не узнал, я его узнала. Это вот история оттуда. Но вот я говорю, вообще-то мы уже знакомы. Все-таки по поводу песни. Курточка тоже создавалась. Шилась стежками мелкими 4 года, насколько я знаю. Да, там на самом деле был написан запев достаточно давно. Запев — это прихорус. Это что? Ну, это прихорус. Река в плечах, вот эта часть. И все. Была, да, и больше ничего не было. Я все искала персонажа. Вот, а потом Паша Павлошевчук, он начал записывать альбом Олега ЛСП. У нас на студии, мы познакомились. И я поняла, что можно его в эту песню определить и написать историю под него. Ну вот, на основе реальных событий, которые со мной произошли. Ну, потому что он весь такой, короче, рэпер. Ну, типа плохиш. Ну, Олег-то быстро справился с задачей. Насколько я знаю, ты целый год возилась со своими партиями. Да, Олег там вообще за 3 минуты все написал. Ну, а почему у тебя-то не получалось? Год не мы еще с Пашей потом год все доделывали. Кошмар. Потому что очень много частей, довольно-таки трудно это собрать в такое единое произведение. Короче, зачем вам это знать? Просто интересно, как создаются песни. Но правда, эти 4 года вымучивать одну песню... Мы просто тоже хотим. Я бы не сказала это слово «вымучивать». Вымучивать. Хорошо. Создавать, творить одну песню 4 года. Но зато какой результат. Результат ее песни «Пташка» тоже впечатляющий. Да, буквально согласен. За месяц эта композиция захватила чарты всех стриминговых сервисов и встала в уверенную ротацию на крупнейших радиостанциях России и СНГ. По-моему, ты давно не делала ставку на эту песню. Ты даже не делала? Не, даже не делала, да. Да, я не делала, да. Ну, знаете, мы пишем песни и всегда думаем... Ну, наверное, это встанет на радио. И уже как-то привыкли к тому, что нет. А потом бац, и эта песня так выстрелила, я даже не поняла, что произошло, почему она там типа в Шазаме на 3-м месте держится уже 2 месяца. Ты не понимаешь? Нет, я не поняла. Я даже почему когда уже именно это, она, да? Когда это происходило, я не понимала, что она хит большой. Оказалось, что хит. Да. И мы сейчас будем его слушать. Итак, «Пташка», моя Мишель, хит на Авторадио.
лето не радует, или же радует месяца три, мы будто в подвале с мелким окошком под потолком. Мы все проспали, у нас все на потом. Здесь нет слов, замолчишь ты, замолчу я. Из ветров и пустоты душа твоя. Лети, пташка, пока не станет страшно. В этом огромном небе возвращайся ко мне, возвращайся ко мне. Лететь страшно, но это очень важно. Сила небесной жажды, ты не бойся ко мне, не бойся ко мне. Я будто закладка в застрявшем лифте, мой дорогой. Я очень рада, что ты теперь с другой. Здесь нет слов, замолчишь ты, замолчу я. Из ветров и пустоты душа твоя. Больше нет слов, замолчишь ты, замолчу я. Из цветов и темноты душа моя. Лети, пташка, пока не станет страшно. В этом огромном небе возвращайся ко мне, возвращайся ко мне. Лететь страшно, но это очень важно. Сила небесной жажды, ты не бойся ко мне, не бойся ко мне. Очень рекомендую посмотреть клип на эту песню. Очень стильный, нежно-мистический. Таня, просто огонь. И там, могу сказать, чуть-чуть не хватает до 3 миллионов просмотров. Поэтому давайте, чуть-чуть осталось. Будем праздновать 3 миллиона. Да. Давайте сделаем подарок Тане, собственно, и получим сами удовольствие. Потому что реально работа очень красивая. Наверное, даже сопряжена была с риском для жизни, потому что был пожар, там горели матрасы. Сколько матрасов сгорело, кстати, во время? Слушай, сгорел один матрас, мы вообще эту сцену сняли за 5 минут, но когда он полыхнул, бензин, я не знала, что это так горячо. Мне кажется, у меня сгорели ресницы и брови. Ну, то есть это, вот в этот момент в клипе, когда я отскакиваю, это был реальный страх, это была не игра. И был всего один дубль. Рекомендую. Это действительно того стоит. Настоящий страх. Неподдельный. Без дублеров, между прочим, снято. Без каскадеров. Моя Мишель у нас в гостях. Продолжение буквально через 1 минуту. Не переключаемся. Твоих глаз гаснет свет.
пишешь мне, не могу быть один. Цитату, она довольно длинная, но очень красивая. По поводу альбома: мне только хотелось создать что-то целостное и мощное, чтобы альбом был очень красивым, как Венеция, как первый снег. Таким красивым, чтобы его хотелось забрать домой или съесть. Красивым настолько, чтобы стать неживым. Неживым настолько, чтобы стать живее живого, чтобы при его прослушивании светлели глаза и открывались рты. Таким красивым, что большинство считают уродством, заразой, но в итоге не могут без этого жить. У меня мурашки сейчас по коже побежали. От да, этой мне цитаты. Можно брать в рекламу работать. Да, потрясающе. Это точно. Но это очень красиво написано. Ну и как же без «Зимы в сердце»? Ты все-таки решила оставить эту песню, да? Да, как конечно. Заглавную? Ну, поскольку с нее все началось, было бы странно ее выбросить, потому что она не моя. Я очень люблю ее и Еву, и она мне уже как родная. Ты же участвовала в шоу «Дуэты». Да, с Евой. Да, скажи... Но я не знала, что мы там будем с Евой. Вот как раз по этому поводу вопрос. Скажи, ты реально до конца, вот до конца там сохраняется интрига, ты не понимаешь, с кем ты, да, в итоге окажешься в паре? Да, я, кстати, думала, что они... Ну, что это подделка все. Но мало того, они даже голос изменяют. То есть когда... Что ты слышишь в наушниках в этот момент, мультяшный, скажи? Мультяшный голос. То есть непонятно вообще, даже мужчина или женщина. Ну и что ты почувствовал, когда в итоге ты понимаешь, что перед тобой Ева? Ну, что я вы... очень сильно обрадовалась, потому что мы ни разу не пели вживую вместе. То есть у нас были какие-то номера, съемки, но вот прям типа живое исполнение, лайв, не было такого. Слушай, ну и сам Бог велел теперь после шоу дуэта сделать дуэт с Евой. Были такие мысли? Так мы же вот сделали. Вот так. Этот, ну, который, ну, нет, я понимаю, записать, потому что, мне да. кажется, вот эта песня «Я — это ты» Мурата Насырова да. настолько классно да, подходит тебе. Да, я поняла твой вопрос. Мы думаем, что выпустим эту песню, во-первых. А во-вторых, как я уже говорила, что я не пишу песни ради дуэтов. То есть вот если есть песня, и я знаю, кому ее предложить, под кого она подходит, угу. я предлагаю. Вот пока для Евы у меня, к сожалению, нет такой великолепной песни, в которой она могла бы поучаствовать. Ну, тут, понятно, но надеюсь, не твоя что песня, она появится. Но аранжировка очень классная. Не знаю, кто делал. Вот. Павло. Павел. Тем более. Респект. Респект. Да, очень хорошая аранжировка. И я бы действительно подумал, ну, если есть возможность выкупить права, допустим, на нее и сделать ее с Евой. Уже вы уже сделали. Аплодисменты. Процесс. Я уже все сделал. Хотел продюсером немножечко выступить. Но немножечко опоздал, знаешь, на шаг. Ладно, к сожалению, время наше подходит к концу. Осталась еще одна песня, та самая «Зима в сердце». Давай еще раз пригласим тогда всех 1 января на концерт. Кто будет в состоянии? Ну, я думаю, истинные да, фанаты и поклонники. Да, я думаю, что... Да нет, есть в этой стране не пьющие зал, люди. Потому что, знаешь, 1 января такое время волшебное. Конечно. Согласен, да. Состояние волшебства. Я, например, сказки смотрю. Мне кажется, классно было бы сходить на наш концерт. Ты сказки смотришь? Да. Они в 9 утра начинаются. Да. А ты, Захар, мультики. Я не ложусь. Нет. У тебя мультиков не бывает? Нет, они у меня закончились. Ладно, сейчас не о тебе. Давайте «Зима в сердце» — та самая песня, с которой все началось.
Давайте. Без твоего вздоха я слишком отвыкла, я слишком свободна, я стала спокойна от давнего слова. Как-то вдруг решил ты крылатым стать снова. Побери руки с моего пульса, я уже слишком жива. Очень крутая работа. Итак, еще раз рекомендуем новый альбом «Из цветов и темноты». Майя Мишель, спасибо за сегодняшний концерт. Спасибо, я вас очень люблю. Простите за мой голос такой да сегодня. Отлично, с наступающим Новым годом. Это был эксклюзив. Да, абсолютный. Специально для Авторадио. Спасибо, ребята, спасибо огромное всем зрителям. Все, счастливо. Спасибо.